Я Станислав Пиварчик. Мне очень понравилось наше открытие, которое было на стадионе. Я участвую в тэквондо. Хочу завтра показать наивысшие результаты. Меня зовут Митько Милина. Я также участвую в тэквондо. Мне очень понравилось наше открытие. И завтра хочу показать наикрасивейший результат и зайти на пьедестал. В Якутии очень красиво, очень много музеев, очень много достопримечательностей. В целом, ну, все нравится. Спортивные объекты очень на высшем уровне. Хочется поблагодарить президента, который проверил все это. До Якутска мы летели 9 часов на самолете. Останавливались на заправку. Был очень сложный перелет. Ну и часовой пояс в разницу 2 часа. Для нас, Дети Азии, это шанс начать выступать на международной арене, впервые попробовать свои силы, посмотреть вообще на эту обстановку, ощутить атмосферу. В Якутии мы думали очень холодно, но оказалось все наоборот, жарко. Очень выделяются белые ночи, которые в этой стране. Ну и очень быстрая смена погоды. Хотели бы пожелать честной борьбы и, конечно же, удачи.